Друзья, добрый день. Я Алексей Пелевин, акварелист. Мой формат, на котором я обычно работаю, это пол листа акварельного. Но сейчас мы предлагаем вам такой вот, может быть, в какой-то степени даже забавный курс, потому что он посвящен малым форматам. Этот жанр не представляет из себя ничего такого особенно радикально нового, однако позволяет выразить, а может быть даже и более непосредственно и быстро, эмоцию. Минимум средств, потому что все-таки, как ни крути, на маленький формат уходит меньше сил и времени, и стараний. А эмоция – вещь такая очень быстротечная. Поэтому более подробно, конечно, я все расскажу, если вы обратитесь к этому курсу. Он будет состоять из 7 уроков, и каждый урок будет иметь некую особенность. Часть сюжетов будет почти монохромной, часть будут представлять просто как бы цветные пятна, часть графичная такая, графическая. Формат где-то вот примерно, как мы видим, вот это у нас большой. Да, стандартный такой. И вот до такого вот размерчика. Надеюсь, что такой опыт доставит вам массу новых впечатлений от работы с акварелью. И вы полюбите его. Я не призываю к тому, чтобы вы как бы отказывались от привычной работы, от привычных форматов, от всего того, к чему вы стремились научиться, получить какой-то опыт. Но вот такой маленький формат, он упрощает работу, во-первых, с композицией, во-вторых, с цветом. Упрощает и все ускоряет, и вы увидите, что всяких предварительных действий, вроде прорисовки всех деталей, она как бы все легче и легче становится. Друзья, ждем вас на нашем новом курсе.